І до прози дніпровського життя. Сміттєвий скандал у місті розгорівся ще на минулому тижні, вщух на святкові вихідні і з новою силою розгорівся у понеділок. Мова про полігон поблизу Діївки. Обурені місцеві жителі 12 вересня вийшли на мітинг, аби ще раз привернути увагу. Звалище отруює їхнє життя. Загострення конфлікту спровокували фури зі Львова. Мовляв, свого сміття було замало, тепер із Заходу його привозять. У владі, у свою чергу, зазначають, звалище абсолютно небезпечне. І зараз на цю тему будемо спілкуватися із гостем нашої студії, заступник міського голови Михайло Лисенко. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви слышали, да, о чем я сказала? Розказуйте, наскільки небезпечне, наскільки це опасно, не опасно, і наскільки жителі прави вот, тим, що вони возмутились привозом ще й львовського мусора. Ну, я вважаю, жителям треба було виходити на мітинг не 12 сентября, а їм треба було виходити на мітинг у 2012 году, коли цей правильний був построєн, і лично вопросом строительства его курировал Александр Юрьевич Вилкул. И жители тогда никаких возмущений с их стороны, насколько мне известно, не было. Тем более в настоящий момент этот полигон имеет все абсолютно разрешительные документы. Там выдержаны все нормативы по удаленности от жилого сектора. Точно такая же ситуация зеркальная была до момента закрытия полигона, который находился в районе жилмассива Игрень. Такая же была абсолютно ситуация. Люди в любом случае будут недовольны. На сегодняшний момент у нас, начиная только со следующего года, у нас будет специализированный подход к сортировке, раздельному сбору мусора. То, что сможет в разы уменьшить количество мусора, который захоранивается на полигонах. Что касаемо львовского мусора, как там уже там бытуют такие версии, что этот мусор там чуть ли не с Польши привезли садовому, а садовой этот мусор отправил нам. То есть хочу вас заверить, что принимая, то есть мусор привозится, привезлось со Львова, мы заключили договор на вывоз 9 тысяч тонн. Количество 9 тысяч тонн у нас, мы планировали его закончить вывоз вчера, но поскольку въезд мусоровозов был заблокирован, мы будем вывозить мусор сегодня и максимум завтра до обеда. Причем хочу отметить, что это не совсем митинг, а это было централизованное постановочное шоу, поскольку организаторы этого митинга приходили ко мне в кабинет каждый день и спрашивали, ну что, когда мусор, когда заканчиваете его возить. Ну вот я планирую, говорю, последний день, я думаю, где-то 13 числа я закончу его возить. И они 12 числа вывели людей, сказали, вот типа мы сейчас выведем людей, и после этого все прекратится. То есть организаторы этого митинга прекрасно знали, что 13 числа заканчивается вывоз твердых бытовых отходов со Львова. Тем более денежные средства за все 9 тысяч тонн оплачены в полном объеме. Мы работали с ними исключительно по предоплате. И вот вызвало возмущение людей, что на полигон привезли со Львова 9 тысяч тонн. Сообщаю, за этот же промежуток времени на этот полигон отходов от города поступило 125 тысяч тонн. Разница 9 тысяч тонн и 125. То есть чисто политическое театрализованное шоу, не более того. А вот мотив ваш городской власти, когда вы принимали решение принимать львовский мусор, какой? Заработать денег или помочь Львову там очиститься? В первую очередь и помочь Львову, потому что, не дай бог, такая катастрофа, которая произошла у них во Львове. Кто во Львов ездит, видит, они видят, какая ситуация сейчас происходит с мусором во Львове. Об этом весь Facebook, все пишут. То есть мусор реально сейчас, мало того, что вывозится существующий полигон, еще развозят весь мусор со всего Львова по всей стране. И это решение было там не мэра города, ни кого-то еще. Есть постановление Кабинета министров, есть комиссия ТБЧС по чрезвычайной ситуации. И это решение было принято Кабинетом министров. Тем более, вы же прекрасно понимаете, Львов за свои денежные средства не в состоянии был бы развести свой мусор по всей Украине. Тем более, это может поступать не только там и Харьков, и Львов, и Одесса, и Полтава, и Кривой Рог. То есть все, то есть, ну, это вынужденная ситуация была, потому что город... Сейчас лето, город мог просто оказаться в состоянии экологической катастрофы. То есть Кабмин спускал мусор всем городам. Ну, была информация просто, что все города отказались, принял ничего только Днепр. Ничего подобного. Это неправда, неправда, конечно. Да? А хорошо, а сколько денег заработали на там, этом? Это большие деньги? Это небольшие деньги, там речь идет там о нескольких миллионах гривен. То есть то, что вот депутаты там протестовали на сессии, да, я видела оппозиционные депутаты о том, что вот решили заработать таким образом. Это не те деньги, но там сумма вывоза, вывезли, давайте, 9 тысяч тонн. Сколько у нас там выходит, где-то в районе там, 120 гривен куб мусора, ну, какой-то миллион с копейками. О каком заработке может идти речь? Ну, о какой заработок? Депутатам оппозиционного блока, то есть за
при учете того, что они ничего не могут сделать, они хотят хоть как-то там проявиться себя. Если раньше, вы же смотрите, давайте сравнивать тенденцию. Раньше там депутаты оппозиционного блока 2-3 года назад посадили дерево, по всем новостям об этом показывали месяц. У нас происходят громадные масштабные капитальные ремонты, туда же не выбегает каждый день мэр в телевизор и не говорит, посмотрите, а вот мы сделали там то, а вот мы сделали это. Просто люди едут еще по старым рельсам, по старым привычкам, обратить на себя внимание, но я думаю, горожане, придет 3-4 года до следующих выборов, они оценят всех по заслугам и сделают свой правильный вывод. Вы сказали, что это постановочное шоу. Какая его цель? Вот конкретно, как вы видите, какова цель? То есть цель привлечь, якобы привлечь к этому внимание, сказать, люди, смотрите, вот мы там сила, оппозиционный блок. А кто вот заказчик, можно узнать тогда? Оппозиционный блок, но не видели номера, да. То есть там стояли транспортные средства, тем более были сотрудники полиции. В настоящий момент ведется расследование по этому факту. Тем более одно дело можно выйти с митингом, с плакатом попротестовать, а другое дело перекрыть трассу. Это уголовное преступление. И лица в обязательном порядке понесут наказание. Как мужчина, так и женщина. Как вы эту ситуацию вот разруливали с людьми? Вы приезжали, кто туда, приезжал? То есть, мэра требовали? Смотрите, я вам объясняю. То есть требовали, если бы действительно это были жители, которые, во-первых, жители обратились бы в горсовет. Раз. Обращений в горсовет не было. Туда, то есть, были специфические люди. Ни одной жалобы не поступало. У нас, то есть, жалобы поступают периодически, но о том, что там масштабно, мы там хотим что-то перекрывать. То есть, есть на прием, вот, лично на прием к мэру не приходили жители, тем более вывоз твердых бытовых отходов этих, он осуществляется уже 2 месяца. За 2 месяца ни один человек не пришел ни ко мне на прием, ни к прием мэру. Хотя и я, и мэр, мы ведем приемы там 2 раза в месяц. Может, не знали люди? Не на горячую линию у нас обращений. То есть, ну, я не знаю, знали, не знали. Тем более, вот у нас же есть там опыт противостояния по разным там объектам. Когда мы там сносим мафы, когда там демонтируется там незаконное строительство, ведется видеофиксация. И лица одни и те же. Лица протестующих, вот они одни и те же. Меняются только объекты, одни и те же лица. Их кому ехать? В настоящий момент. Да, может быть, там несколько было человек, которые затесались, их там каким-то образом охмурили, туда привели. Но основное, то есть это полностью постановочное шоу. То есть это такой заказ? И совершенно верно. Смотрите, а вот сейчас ситуация в городе, ну, она действительно серьезная, с мусором. Мы сейчас готовим к эфиру еще одной локации мусорной, сюжет там в районе аэропортовой балки, там стихийная уже такая очень большая свалка образовывается. Что вообще с этим делать? Ну, в опасности ведь и природа, и люди. Вы сказали, что до следующего года, да, что-то может измениться. Но за год ситуация катастрофически в худшую сторону уплывет. Я не считаю, что она уплывет в худшую сторону катастрофически. То есть в худшую сторону катастрофически это была, когда у нас появлялись все свалки, особенно на жилмассиве Западной, за 4-й больницей, куда свозят весь несанкционированный мусор. Прежде всего, это частично ответственность обязательно и городской власти, и ответственность перевозчиков. То есть у нас, я думаю, до конца года мы проведем конкурс. По результатам конкурса у нас определятся перевозчики, которые будут официально работать со всеми разрешительными документами. И я думаю, мы избавимся в течение месяца 2-3 после проведения конкурса от всех серых перевозчиков. Ведь основная часть частных предпринимателей, которые работают, они же заключают договор не с компанией, которая выиграла тендер, и у которой есть лицензия. Берется они просто машина. Берется любая, просто машина, там, да. Вывозится. Куда это везется? На полигон же надо везти. Там же надо заплатить деньги за утилизацию. А мы вывезем это в балку, в ту же аэропортовскую, да, и да. Так далее. Поэтому, то есть, эта программа комплексная. То есть за то, что мы, по крайней мере, за последнее время взялись, мы пока, я думаю, нигде еще никого не подвели. То есть слова у нас с делом не расходятся. Я думаю, вот 2017 год у нас это будет начало программы по реконструкции нашей водозаборной насосной станции в Кайдаках, потому что ситуация с водой проблематичная, и с вывозом твердых бытовых отходов. У нас в следующем году большая реконструкция центральной части города. То есть мы будем устанавливать подземные контейнера. То есть в этом направлении мы работаем, планы есть, проекты есть, желания есть, деньги есть, у нас все получится. То есть горожане это ценят по достоинству. Вот будем подводить итоги в августе, в сентябре следующего года. Я думаю, как раз мы поставим плюсы, минусы. Можем даже запись эфира взять и посмотреть, что он нам наобещал и что сделал. Сохраним обязательно. А чья функция контролировать вот такой вот несанкционированный вот серых перевозчиков? Это патрульная полиция, это полиция. Люди обращаются, полиция там не настолько реагирует или не реагирует. У нас, вообще. Допустим, если есть люди, которые относятся, например, есть там определенные свалки в определенных местах, где люди действительно на это реагируют. У нас есть даже такой опыт.
год мы на одной из свалок обратились люди, мы там поставили камеру, включили ее онлайн. И люди, которые там или пенсионеры, или которые находятся там, они увидели машину, видно номера, позвонили в полицию, полиция приехала, задокументировала. То есть такие случаи же реально были. По всему мы просто разработаем методику с полицией. Полиция в настоящий момент объективно, эффективно работает. То есть этого нельзя отнять. Кому-то она нравится, не нравится, это вопрос пятый. Но то, что не работает эффективно, у нас просто будет создан белый список перевозчиков мусора. И, то есть, понятно, что такие-то машины все могут перевозить. Незаконно, все остальные незаконно. Тем более мусоровоз, это же не легковая машина, его на дороге видно. Думаю, сотрудники полиции за полтора месяца уже на глаз будут определять, что за мусоровоз, будут задавать вопросы. Тем более у нас это все уже прописано в правилах благоустройства, и вывоза мусора будут заниматься исключительно предприятия, которые стали победителем по результатам конкурса. Их будет несколько, их не будет больше один, как у нас. У нас, я думаю, будет эффективно работать 2-3, может быть, там 4 компании в городе. А вот такую камеру, кто ее будет устанавливать? У меня есть конкретный адрес, да, я посоветую жителям обратиться. Куда? К кому? В городскую Они могут обратиться даже лично ко мне. Я думаю, денежные средства на установке веб-камеры. Но это инициатива от людей должна сходить. Если есть такие люди, которые согласны с этим контролировать, трубят. С удовольствием, я думаю, источник финансирования мы найдем. Это не такие большие деньги. Угу. То есть это возможно, но требуется активность абсолютно. Жителей. Никаких проблем, пожалуйста. Ну что, спасибо за то, что разъяснили ситуацию. Конфликт, я думаю, исчерпается, да? Жители успокоили. Он исчерпан, конфликта не было, это я же говорю. То, что искусственно, но сразу рушится на следующий день. Ну, вы вчера жителям все это объяснили. Конечно. Спасибо большое за визит. Я еще раз дякую нашему гостю Михайлу Лисенку, заступник міського голови, був у нас в студии.